Нейтан! Я нормально. Нейтан! Ты не... Нейтан! Дай мне его увидеть. Зачем? Пожалуйста. Для чего? Льюис, я тебя очень люблю. Ты самое дорогое, что у меня Помогите! Есть. Дай мне телефон, звони в 911. Мистер Хэмилтон, вы хотите сдаться полиции, верно? Да. Давайте закончим это. Всем привет, дорогие друзья, с вами Хоккейдо, и добро пожаловать на сервер Easy Roleplay. Сегодня вместе с вами мы врываемся сюда за гражданских, и в этом эпизоде нас зовут Нейтан Хэмилтон, который вот-вот только закончил свой рабочий день. Собственно, да, сегодня расскажу вам небольшую предысторию об этом парне, вернее уже мужчине. Ранее он работал в полиции довольно давно, лет 5 назад, да, его уволили по статье, да, за превышение полномочий. Собственно, сейчас он работает в одной из местных, там, типа, компаний, офисов по логистике. И, да, собственно, рабочий день сейчас закончился. Я думаю, что мы поедем домой и, наверное, выпьем просто в одиночестве. В общем, да, предыстория такая. Надеюсь, что вам понравится. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, конечно. У нас замечательный Sand King SVB, SWB, который выглядит, ну, реально очень круто. Это, знаете, такая там прям типичная полицейская машина бывшего копа. 100%. Вот. В общем, да, посмотрим, как пойдет. Нет? Ничего себе, там, по-моему, кто-то со мной поздоровался. Ну, в принципе, здесь все местные. Вот этих ребят я, по-моему, видел как-то раз. Они работают там на заправке в Sandy Shores. Ну, вот, не знаю, может быть, сейчас кто-то сломался. Потому что там теперь они занимаются услугами эвакуатора и спасают автомобили на дорогах. Можно и так сказать. Вот. И мы едем в трейлер. Мы живем в трейлере, потому что в нашем доме живет бывшая жена вместе с сыном. И я решил, как бы, их оттуда не выселять. Жить ей негде, поэтому вот такая вот история. Ух ты. Кого же это занесло, а? Кого же это занесло? Нейтан, дружище, привет! Привет, привет, как привет. Дела? Рад тебя видеть. Не ожидал меня увидеть? Не ожидал, честно признаюсь. Ты... Пойдем, посидим, поговорим. Чертяка. Давай. Я слышу, тут этот у вас бар есть недалеко, может, там посидим? Да, знаешь, у меня, наверное, все-таки, да, согласен, не лучшая идея. Это я просто уже по привычке сам каждый вечер здесь квашу, знаешь, нормально. Да, давай тогда поехали, что здесь есть. Yellow Jack, да, на панораме. Можем туда сгонять, пообщаемся. Новости там. Давай, я тогда за тобой еду. Чертовски рад тебя видеть. Все, поехали. Я тебя тоже. А, чертяка. Приехал-таки. Обещал давным-давно, и все-таки приехал. Это мой старый знакомый. Мы с ним... Где только мы с ним не были, будем честны. Вот. Ну, я имею в виду, блин, пить в 13.20? Это такое. Ну, ладно. Я рад, что он заехал. Так, ладно, нам на Панораму Драйв. Здесь совсем недалеко. И относительно такой, ну, неплохая забегаловка. Относительно неплохая. Так. Никого слева? Никого справа? Погнали. Супер. Так, он не потеряется там? Я вроде не потерялся.
Все, поехали тогда. Он сам просто не местный, он живет в городе на север Лос-Анджелеса и довольно такой самодостаточный человек. Вот, поэтому... О, это будет интересная беседа, 100%. Мы чертовски давно не виделись. Так. Да, думаю, здесь будет хорошо. Я имею в виду, только ты мог позвать меня пить в 13:30. Я слышу, там у тебя что-то с Сарой не так. Ну, уже довольно давно. Да. С этим уже давно. Нам стоит поговорить об этом. Серьезно. Ладно, давай, давай. Чуть попозже. Чуть пообщаемся. Сейчас покурю быстренько. Где там? Тебе что-нибудь заказать уже? Односолодовый какой-нибудь, любой виски на твое усмотрение. Хорошо. Я выберу. Ну, чертяка. Какую тему выбрал? Ну, он переживает за меня, это понятно, в принципе. Но с Сарой мы уже давным-давно не виделись. И он это, по идее, ему рассказывал, хотя не помню. Да, здравствуйте. Вот тот виски, дайте, пожалуйста. Посмотрите на эту бабулю, а? Да, нет, в левее. Да. Да нет, всю бутылку. Всю бутылку, вот она. Окей. Курение и алкоголь вредят вашему здоровью, я вам отдельно напоминаю. Возьмите, пожалуйста, новый стакан. Так, я пока пойду на местечко найду, думаю. Какого, блин, хрена здесь такое количество людей сидит? Жесть. Я думаю, здесь можем посидеть. Мест нет, да? Видимо, не мы одни. Пока что с тобой заняты. Да, видимо, не мы одни. Но это Шэнди Шорс, это надо понимать. Е-бар-лин, как так? Е-лин-бар. Держи. Спасибо. Надеюсь, тебе понравится. Ну, рассказывай. Как у тебя? Продал все-таки ту самую недвижку на севере Лос-Анджелеса? Или она еще с тобой? Да, там не все так просто-то. Да. Я не знаю, как тебе это объяснить, но вообще... Предыдущий владелец оказался этим... преследуемым законом, и с продажей возникли проблемы с документами. И жду одобрения от налоговой, что все было в порядке, и никакие отмывания не проходили через недвижимость, поэтому пока заморозили все. Я понял. У тебя же еще, кажется, дом в Палето был. Ты там? Да, сейчас там живу. На Палето бульвар. А, красивое место. Тихое место. Красивое, хорошо. Да. Там супер приятно было. Когда я там жил, это было прям очень хорошо. На работе как? На все более-менее. Вот повысили меня недавно. Серьезно? Как тебя теперь это называют? Старший менеджер по управлению менеджерами? Да, что-то типа того. А, я тоже не понимаю, я теперь тоже в офисе работаю, как последние, сколько, 3 месяца, наверное, здесь, Сэнди, буквально на Джошуа, там, в конце, на поворот на Грейпсит, и там офис, они логистикой занимаются, и, к счастью, это не такой большой офис, как у тебя, там намного попроще, но все равно вот это вот, типа, разделение, менеджер, старший менеджер, лучший менеджер, там, суперменеджер, важный менеджер, и вот это вот все, я этого не понимаю, честно тебе признаюсь. Ну что, пропустим по стаканчику? Давай, за нас. Давай, за нас. Ай, хорошо. Че, какие у тебя планы сейчас? Вишки залпом. Да какие могут быть планы? О, хороший односолодовый, прям, о. Какие могут быть планы? Я даже не знаю. Буду, ну, сейчас с тобой, потом буду дальше дома пить. В принципе, у меня ничего нового с момента... Когда? 2 года уже как прошло, сколько? Или 3? Да. Так, а теперь давай к более серьезным вещам. Что там у тебя с Сарой?
Ничего, как и год назад она мне говорила то, что не даст мне поговорить с сыном. Ты с ним говорил целый год? Я не видел его уже сколько? Полтора, наверное. Нейтан, так нельзя делать. Это твой сын. Все, давай выпьем. Дружище, давай ты с ним все-таки поговоришь, нет? Я думаю, что... Ты думаешь, я не пытался? Льюис, ты серьезно думаешь, что я не пытался? Ну, ты говоришь, что год не общался. Сколько уже Льюис? Должно быть 16. 16? Скоро, да. Вау, как время летит. Да. И ты с ним не общался столько же? Нет, я... Насколько? Ну, мы 5 лет назад... Мы же развелись 5 лет назад, когда меня уволили. Ну, ты помнишь все это. Ну... И... Видишь? Так не делается, он твой сын. Ему нужен отец. А что я могу сделать? Я ничего не могу сделать с этим. Суд признал то, что ребенок остается с ней, и она имеет право просто мне не давать с ним разговаривать. Насколько я знаю, она там вообще новый, типа, у нее там мужик какой-то появился, короче, и там все сложно. Но не мудрено. А ты хоть пытался с ним общаться, нет? Ну, с Льюисом. Нет, у меня нет ни его телефона, ничего. Когда я с ним общался, я общался с ним вживую, сейчас я не знаю. Я даже не знаю, в какую школу он ходит, понимаешь, сейчас. Ну, они все вместе живут, это я точно знаю, кажется. Ну, она не приезжала вроде бы. Когда в какой-то момент она мне, когда она еще давала мне с ним общаться, был момент, когда... Когда его не было дома, и она мне не смогла объяснить. Я думаю, может, он вообще сбежал, я не знаю. Налей еще. Ага. Слушай, хороший виски. Да, чертовски. Вообще, знаешь что? Знаешь что, ты прав. Ты чертовски прав. Надо с ней поговорить. И поставить точку в этом разговоре. Просто взять и поговорить. Давай. В конце концов, это мой сын, правильно? Правильно. Твой сын. Растет с каким-то, блин, хрен знает кем. Конечно. Сыну нужен отец, а не отчим. Поэтому едь и говори. В прошлый раз это было все бесполезно. Я сомневаюсь, что там что-то поменялось. А? И ты будешь сдаваться, что ли, после первого раза? Если бы это был один диалог. Да. Слушай, у меня есть знакомый психолог семейный. Если надо будет, могу дать ему руку. Какой там? Там все давным-давно кончено. Буквально сразу после того, как меня уволили. Ну, я же не говорю по отношениям... Хотя бы примириться, чтобы сын мог общаться. Ты думаешь, знаю, она на это согласится? Себе. Ну, я думаю, она понимает, она как бы женщина взрослая уже, она должна оценивать ситуацию и понимать, что ребенок не может вырасти без отца. Ему нужен отец. Да хрен его знает. А то вырастет какая-нибудь баба и все. Ты кстати, прав. Сейчас у нас 21 век. А что если твой сын гей? Как бы... Я бы на твоем месте волновался. За него. А ну перестань, даже... Отвратительно. Черт возьми, тебя контролирует. Налей еще. Да что, если... Да, сейчас. С корабля на бал, как говорится, а? Прям вот... Ах, держи. Давай за тебя. Давай. И за твоего сына. Давай. А, тяжело пошло. У меня уже это... Хорошо. Да, пойду на улицу чуть-чуть покурю. Пойдем подышим. Давай, сейчас расплачусь. Так,
Чертовски хороший день сегодня. Да. Я вот немножко сгрупил, вышел с утра в свитере. Вообще жарко. Ты снова закурил? Да. Ну это, блин. А я даже тебе не предложил сигаретку. У меня свои. У тебя свои. Ты же знаешь, я не все курю. Это правда. Это правда. Слушай. Вот где живет Сара? Ты знаешь? Знаешь. Да, в моем чертовом доме. С ней живет в твоем чертовом доме. Где живет Льюис? Знаешь? Скорее всего, там же. Вот. Поэтому сейчас берешь себя в руки, собираешься и едешь. Ты разговариваешь как мужик с мужиком, с своим сыном. И с матерью, с его. Она не пойдет на разговор. Она не станет. Сколько раз я ссорился с Амандой? Сколько? Там не пересчитать. Тем не менее, мы все еще живем вместе. У нас все хорошо. У нас растет прекрасный сын. Дружище. Тебе нужен сын или нет? А может, ты прав. Да, может, ты прав. Спасибо. Только я, наверное... давай, если поедешь что-нибудь на такси, то опасно. Подвыпили. Все будет нормально, не переживай. Спасибо тебе большое. Да не за что. Давай, увидимся. Друзья. Давай. Пора поставить точку в этом всем. Чертовски хороший вишки здесь. Да. Нейтан, постой. Не едь, опасно. Я нормально. Нейтан. Я нормально. Нейтан. Я нормально. Нейтан. Ты не... Нейтан! Чё? Блин, еще и пьяным ехать. Это жесть. Я думаю, что мы поедем по хайвею. Без ответа. Окей. Уф. Поехали в полеты, к чертям. Реально, к чертям. Он прав. Он чертовски прав. Чертовски прав. Пора взять всю эту ситуацию за яйца и сказать, все, хорош. Я хочу видеть сына. Я должен? Как бы это мое право. Это мой ребенок. Насрать. Дом, сейчас. Проверяют наличие. Лето в бардачке. Ну, вроде на месте. Это только крайний случай. Я нормально. Я нормально. К чертям эти сообщения. Тоже мне самый умный, что ли? Он знает, как мне лучше? Я так не думаю. Я так не думаю. Надо доехать, пока алкоголь не подействовал полностью, иначе это реально может плохо закончиться. Чуть-чуть ускоримся тогда. Но обычно здесь патрули ездят, поэтому надо быть аккуратнее и руль держать ровнее.
Окей. В принципе, здесь значительно недалеко, они здесь рядом живут. В моем, мать твою, доме. Последний раз, когда мы виделись с ней, я видел Льюиса, и я видел то, что дома есть еще кто-то. Но она мне не сказала, но я это все прекрасно понимаю. Ну, там, кажется, полиция. Блин. Говно. Причем это мотобайк-юнит, по-моему, да, впереди. Точно полицейский. Фак. На. Чёртовы птицы-самоубийцы. Я, блин, каждый раз... Кем будем ехать, наверное, 50 миль в час. И не будем особенно привлекать внимание. Блин, главное, непонятно, есть кто-то сзади или нет. По идее, я думаю, может... А, нет, она потом сужается снова, поэтому тут ничего не сделаешь. Но они явно не торопятся, мы тоже торопиться, я думаю, не будем. О, господи, окей. Вот эти перестроения, конечно, это что-то новое. Пока потушим сигарету, мало ли. Что я скажу, то, что я одной рукой машину управляю. Это было бы супер хреново. Ну, вроде ок. Но только вроде. Пошатывает, конечно, малость. О, это было супер нервозно, на самом деле, за ними ехать сейчас. Супер нервозно. Так. Окей, здесь налево. На авто в следующем доме. Я прям даже не знаю. Поехали, поговорим. Блин, это прям реально супер тяжело. Просто мне это супер тяжело. Я не знаю почему. Сейчас мы чуть. Только не сюда, не иди сюда. Нет. Сара. Что ты хочешь? Я хочу поговорить. Я не хочу с тобой разговаривать. Сара, мне просто надо поговорить. Уезжай. Сара. Уезжай. Я сказал, уезжай. Сара, дай мне буквально... Вот видишь, твоя машина? Две минуты. Видишь, дай мне машина? Буквально две видишь, минуты с Льюисом. Было 12 лет. Где ты был? 12 лет. Солнышко, ку-ку. Ты... Что я? Дай я. Сара. Ты же сама меня к нему не пускала. Нейтан, давай не будем. Да. 12 лет. Нейтан, а? Пахнет. Где ты был? Как голем. Что значит 12 лет? Мы... Так,
Ему же 16 сейчас. Боже. Да, да. Хоть это ты помнишь. Или 15. Что ты воняешь? Да, сэр, просто дай мне 2 минуты поговорить с ним. Я хочу увидеть сына. Зачем? Сэр, это мой ребенок. Просто 2 минуты. Все, что я прошу. И я отстану. Хорошо? Дай мне его увидеть. Зачем? Пожалуйста. Для чего? Зачем? Сэр, я просто хочу с ним поговорить. Это мой сын. От тебя воняет, ты понимаешь? От тебя воняет. Это единственный способ, как я мог сюда приехать, ты же знаешь. Пьяным? Единственный? Я немного выпил. Совсем немного. Сара, пожалуйста. Немного. Сара. Это немного. Что? Дай мне с ним поговорить. Просто дай мне поговорить с ним. Его сейчас нету. Где он? Он ушел в магазин. Он вернется. Он здесь живет. Вернется. Давай. Я его здесь просто подожду. Я посижу в машине. Вон машина. Я понял. Жди. Хорошо. Спасибо. А, черт. Я смог. Жесть. Посидим в машине. Ну, подождем. Чья это красная машина еще? Малом пока точно вряд ли. Я знаю, что она ездит на Иссе, а вторая... Со второй, в принципе, все ясно. Жесть. Просто жесть. Льюис, ты где был? Чего? Это он? Че, батя приехал, что ли? Угу. Тебя искал. Меня? Я в магазине был. Льюис. Не подходи так близко ко мне, я не буду дышать. Привет, отец. Привет, как вот ты? Вот видишь, что на футболочке написано? Нормально. Сара, пожалуйста. Дай мне просто что, поговорить пожалуйста? С ней наедине. Говори. Говори. Сар. Говори. Я не видел его сколько? 2 года? Лет. Какие 12 лет? О чем ты говоришь? 2 года. О чем ты говоришь? Какие 12 лет? Это было 2 года. Лет. Это было 2 года. 12. Винничку припиши. Льюис. Да, пап. Пойдем прогуляемся, что ли, немного. Это надо? Если ты хочешь. Он не хочет. Все, ты так повзрослел. Надо. Да, пап. Небось, и девчонка домой появилась. Да, нет. Ясно, видимо, Льюис. Все-таки, может быть, мой товарищ был прав. Да, мам. Хорошо, мам. Пора видеть. Пап, меня мама зовет. Давай. Класс, Льюис, чтобы немедленно приехал. Сюда. Да иду я. Да, мам. Не кричи на меня. Я не кричу на тебя. А что ты приготовила на обед? Я есть хочу. Ну, курочку. Какую курочку? А ты что, много кур, что ли? Ну, не знаю. Где ты? А? Ты курил, что ли? Нет, мам.
Льюис? Нахрен я поеду в какой-нибудь бар ближайший. Мам, я два раза повторять не буду. Да не, мам. Я два раза повторять не буду. Нахрен. Я там чужой. Ну вот и все. Я там просто чужой. Здесь есть неплохой бар. Вот этот бэй-бар. Пойдем выпьем. Жесть. Жесть. Это прям вообще задница. Я реально там лишний. Реально лишний. Господи. Только не это опять. О. Да, последний стакан виски был точно лишним. Это 100%. Я думаю, надо к ним снова заехать. Надо просто заехать и везти сына с собой куда-нибудь в более лучшее место. В Янгтон, например, в Калифорнию, в Аризону. Куда он захочет, мне без разницы. Поехали. Она открыта была, ёб твою мать. К черту все. Все или ничего? Правильно, правильно. Один раз живем. А, блин, черно-белые. Твою-то мать. Твою ж мать. Льюис? Льюис? Бать, ты чё сбил этот почтовый, что ли, ящик? Ну, ё-моё. Нет. Я вот что подумал. Нет, ты умеешь водить? Ты больной? Ты больной? Объясни, пожалуйста. Да, мама, успокойся. Юрий, ты умеешь водить? Ну, нет, мне еще не учили, но я умею это карбюратор там разбирать. Молодец. Пойдем, я тебя научу. Поехали. Никуда он не пойдет. Нет, Сара, мы поедем. Мам, все, надоело уже. Я поехал. Что значит надоело? Вернись немедленно. Да, мам, можно погуляю? Сэр. Прости, Сара. Садись на пассажирское. А, ну ладно. Давай, Льюис, потом за рулем посидишь. Льюис? С папой покататься. Буду это, к семи. Какой к семи? Или не буду. Можно я окно открою? Открывай. Ага. Все, что хочешь. О, класс. Куда хочешь поехать? Можем поехать куда угодно. Я не знаю. Ты куришь? Ну да, чуть-чуть. Так балуюсь. А, даже так. Думаешь, твоя мама будет сильно против? Да, она чуть не спалила сегодня. Бать, ты чё пьяный? Ты чё, на встречку не выехал? Нет, я... нет. Я просто... Что нет? Устал. Ну, пап... Я просто сегодня реально устал. Всё нормально. Может, не надо? Так... А если ты серьёзно, на обочине, без матери? Чё есть без матери? У тебя?
кто-нибудь, не знаю, кто? Девчонка, может быть, которая нравится. Ну, есть. Хм. А что? Рад за тебя. Быстро растешь. Ну, правда, она со мной не говорит, но... В смысле? То есть ты с ней даже не общался? Ну, нет. Так, смотрю на нее иногда. А что мешает? Просто возьми и сделай, и все. Да она, это, встречается с футболистом. А. И... Я думал, вас сбили этого класса. Я не знаю, я боюсь. Чем ты хуже футболиста? Я же не футболист. Будем честны. Но у меня нет мускулатуры. Я слабый. Даже так. Ну это ничего, это поправимо, ты же знаешь. Пап, вот стена. Я нормально. Ну тебя пахнет прям сильно. Я тебе говорю, я немного устал. Пап, вы животное? Как он выжил, я хрен того знает. Блин, а как полицейские до сих пор за нами не... Остановимся тогда? Нет, мы поедем с тобой. Немного покатаемся. Куда? Черт, я давно тебя не видел. А хочешь, мы уедем вообще в другой штат? Куда угодно. Да, как же мама? А как же это, Грег? Она может потом приехать. Он мне подарки делает. Кто такой Грег? Он клёвый. Ну, мамин этот ухажёр. А. Ты называешь его папой? Ну, нет пока. Хм. Он мне дает бабки на кроссовки. На кроссовки. Достань да. Мой бумажник, он в бардачке. Возьми, yeah. Сколько тебе надо. Давай мы заедем ко мне буквально на секунду и... Да? Да. Я, правда, живу не в самом фешенебельном районе, типа Лос-Сантос. Нет, я здесь, в Сэнди. А ты меня домой-то отвезешь потом? Да. Может, я сам доеду? Да, обязательно. Знак? Нормально. Я его видел. Это точно. Ты здесь живешь? Да, в Сэнди. Ну вот. Ну это дыра прям. Это да. Ну, в общем, посиди пока в машине, не знаю. Не думал, что ты хочешь увидеть, что внутри. Там очень-очень грязно. Сажу 24. Сколько там? 1214 долларов. Ни хрена себе. А, чертяка. Слышь, что берет бутылку виски из дома. Так, берет бутылку виски из дома и слышь, жду там. Ну, в принципе, что мне еще забирать? Все, в принципе. А, точняк. Что? Забирать детскую кружку трансформер Льюиса. Бывает. Не допитываю раньше водку со стола. Ну и куда с ним поехать сейчас? Даже не знаю. Куда он хочет? Может быть, он хочет одежду купить? Эллен, классная тачка. Черт возьми, он прав. Чертовски хорошая машина.
О, сорян. Жду, забирают. Екифоп. Вот так. Да. Кайф. Класс, пан, ну когда я уже буду кататься? Давай. Сейчас еще немножечко поедешь. Чуть попозже, да. Ну, давай. Ты хочешь куда-нибудь съездить? Может быть, одежда или, не знаю, что угодно? Ну, даже не знаю. Я бы пострелял с пушки твоей. Это можно. Это можно. У меня в бардачке там отделение слева есть. Да, открой его, там пистолет. Только не стреляй сейчас, он на предохранителе, но осторожнее. Меня тоже его желательно не направлять. Это раньше, я когда на работе был, у нас у всех только такие были. Это Glock 17. Вау, Glock? Да. Я в игре играл, такой же у меня был. Блин, прикольно. Может быть, поэтому у тебя нет девушки. Почему? Потому что я с пистолета стрелять хочу? Не, потому что ты делаешь это в играх. Ну, и чего? Блин, пап, игры — это круто, ты просто ничего не понимаешь. Может быть. Может быть. Я знаю, здесь одно хорошее место. Кому? Ну, погреть-то можешь. Какое? Здесь, в парке. Бывал тут? Да не я. Раньше здесь было большое стрельбище. Да? Да. Это слабо верится. Точно было. Я думаю, где-нибудь здесь. Или да, даже чуть поглубже. Класс, она прям везде может заехать, да? Да, если хочешь, ты можешь ее отпустить, и она поедет сама. Прикольно, прикольно. Можно сделаю фотки на фоне нее, типа? Да, вперед. Пойдем. Вау. Ты жвачка, у тебя просто пахнет так. У меня нет с собой. Я думаю, мы заедем в магазин чуть попозже. Блин, прикольно. Пойдем. Тебе подходит? Кто? Пистолет? Да, класс. Вставай за этот камень. Вот за это, да? Да. Смотри, слева у него предохранитель. Щелкай его вниз. В этом 19 патронов в магазине. Наводишься, нажимаешь на курок. Он автоматически перезаряжается. О, там собачка. Ну, собачка, я думаю, пусть живет. Постреляй просто в сторону от нее. Да. Вау! Офигеть, это громко было. Да, всех ворон разогнал здесь ты точно. Сейчас. Блин. Прикольно, прикольно. Жду, вперед. Сфоткаешь меня, когда я стреляю, или видео снимешь? В школе все офигеют. Да. Ну, ты опять пьешь? Да. Давай, сниму тебя. Получится классная фотка. На, держи.
О. Вон, видишь тот куст? Вау. Какой? Вон тот, прямо от тебя. Их там два рядом. Вот в правой. А... Сможешь попасть? Да. Ты вроде попал. Да. Но куст большой. Вроде неплохо получилось. Блин, мишень какую-нибудь. Давай твою бутылку. Ты гей. Где только этот алкаш. Поставь его только на предохранитель. Ладно? Сейчас попробую. Я клянусь, он сейчас выстрелит. Прямо мне в спину. Как там настройки? Дринкинг. Жду, ставится. Пылку на землю. Твою-то мать. Жду, поднимаюсь. И допиваюсь ее до дна. Льюис, я надеюсь, что он на предохранителе, да? Да, я случайно стрельну один раз, но да, он на предохранителе. Ты с ним осторожнее. Ну давай, попробуй. Да я умею, да. Так, вон вот там, я вижу, да. А, что-то не стреляет? Предохранитель. А, предохранитель, блядь. Вот так вот. Попал? Да нет. Yes. У тебя еще 5 патронов. 3. 2. Я так говорю... будем, а? Да, сейчас. Жесть у меня напугала. Чё горишь? Ну, загляля. Дывает шпот в сиденье. Нет, всё сам. Держи. Слева сам. Кнопка. Вынимаешь магазин, вставляешь новый. А надо на предохранитель ставить? Да, надо. И проверь, чтобы патронов в патроннике не было. Введи просто. Ну вот это вот, ты понял. Да? Это типа, что я все выстрелил, но я вроде все выстрелил, он потом клац. Нет, у тебя еще 3 патрона там точно должно быть. Да? Да, поэтому молодец, что поставил на предохранитель. И что мне надо с патроном сделать этим? Как только достанешь магазин, взведи его. У тебя вылетит патрон сверху. Ага. О! Да, похоже на правду. Только видишь, он у тебя до конца не зашел. Переверни магазин сторонами. А. Ну, вот так лучше. О, сейчас щелк. Блин, прикольно. Вперед, попробуй попасть по бутылке, да. Я перекурю, пожалуй. Ну.
Блин, он там птица, я бы ее. Смотри, там дорога. Блин, не попал. Ну что, повезет в другой раз. А у тебя есть что-то там, там винтовка какая-нибудь снайперская, типа? КБП там, типа? Да, думаю, дома есть. Думаю, дома есть. А, прикольно. Но с одним условием. Бутылка? Каким? Ты будешь аккуратен. И подумаешь над тем, чтобы переехать в другой штат. Давай. Зачем? Ты попадешь по бутылке сегодня или нет? Да. А, мимо. Это уже похоже на правду. Молодец. Блин, прикольно, но я две обоймы потратил. Ну, все с чего-то начинают. Давай назад. Льюис, давай назад. Да, надо. Жду. Берешь. Предохранитель. Так, я немного... отдохну, можешь садиться за руль. Поехали. О, кайф. Знаешь, как водить? Ну, да. Так что, назад надо сдавать? Да. Значит, коробку переключай. Где-то не назад. Ой. Переключай коробку в режим назад. Видишь? Влево? Да, вниз. Да. Вниз. И вот так, да, на газ, осторожно, по тормозам. Центральная педаль, да. Мы сейчас сядем. Ой, на камень. Значит, наехал. Теперь прямо. Нет, в смысле, коробку сначала переключи, да? Да. Молодец. Да. Вроде получается неплохо. Ой, что-то поцарапали. Ничего страшного, я это... как море по колено. Ну, теперь прямо. Блин, классно. Па, ты лучше. Спасибо. Хоть и пьяный, но лучше. Я нормально абсолютно. Это так. Да, ну что ты обманываешь? Ты прям как старшеклассники на вечеринке. Ты тоже пьешь с ними? Не, пока меня не берут. Я просто слышу. Ну да. От меня ты можешь не скрывать. Не, я серьезно говорю, меня не зовут. Осторожнее, здесь иногда полиция бывает, поэтому ровнее. А, да? Держись. Ну, ты еще разберешься, ровненько. Ты же полицейский тоже. Ну, я бывший полицейский. Так, тормоз это посередине? Да, посередине. Тормоз, вот здесь знак стоп, притормози немножечко. Да, тормози. Ой, молодец, тормози. О. Да, пожалуй. Жду, закуривает. Осторожнее, да, входи в поворот, нормально. Ай. Вот так. Ага. Блин, у тебя руль какой-то тяжелый. Ну, может быть. Куда тут? Прямо, да? Да, прямо пока. Хорошо, что там никого нет. Чуть правее возьми, да. Да. Молодец. Ну и что, уже самостоятельно. И здесь налево. Угу. Нет. Блин. Да, чуть-чуть назад теперь, ага. Молодец. У тебя отлично получается. Здесь направо. Ничего страшного. А. Левее, да, молодец. И вот здесь осторожненько.
Аккуратно прям, да, вот, вот так, все. Теперь в паркинг, и там буква П, и молодец. Да. Я заглушил просто. Да, пересаживайся на пассажирское, я думаю, назад мы это самое, поедем. Цену за рулем, пожалуй. Ну, нормально же, да? Да, ты молодец. Лёва. Надо только до туалета дойти быстренько. Жду, берёшь. И винтовку из-под кровати. Где она там? Вау! Да. Это винтовка. Чёткая. Шо, у тебя даже чехла, ни кейса, ничего нет. Ну что, поедем постреляем? Нет, чехла и кейса у меня нет. Погнали. Прости. Но не в этот раз. Да ладно, пофиг. Я думаю, мы поедем чуть другое место. Ну, так, сейчас. Трясется и пытается воткнуть передачу. Брось ее на заднее сиденье. Прям бросить или положить аккуратно? Ну, положи, в смысле. Сам же понимаешь, что я имею в виду, да? Так. Да, конечно. Посмотри, это в драйве? Что-то пахнет в драйве? Ты чё, скорость? Машина, да. Ну, Д написано. Спасибо. Да ты чё, не видишь? Нет, нормально. Может, не надо? Может, я поеду? Ну, поедем с тобой куда-нибудь в Татавиам. Куда? Ну, куда-нибудь туда. Это где? По-моему, прямо. Да. Или через полето будет лучше. В общем, там лесопилка, там вот та большая гора, видишь справа, вот это... Это она. Да, то есть это... Прикольно. Да. Ладно, поехали тогда через... Куда? В полето. Да, через полето там будет ближе всего. Ну, погнали. Так. Как странно в поворот заходишь. Не, я нормально. Встречка! Не пугай так, все под контролем, видишь? Все абсолютно. Да, ты по встречке. Машина! У меня же слабое сердце. Как ты с такими шутками до сих пор не познакомился? Обочина? Ни с кем. Такими шутками. Это было хорошее, я должен признать. Машина! Твою мать! Нормально, не переживай. У меня очень большой стаж вождения, ты знаешь. Ты сколько? Сколько я за рулем лет? 52-4. Нормально. Ты столько не живут, ты чё? Тут авария. Нормально, что мы не объедем ее, что ли? Еще одна авария. Я думаю, мы объедем все это. Тут можно ехать? Ты что, по ДД не знаешь? Не, все точно нормально. Ну так, чуть-чуть знаю. Ну вот видишь, значит, какие вопросы? Никаких вопросов. Обочина, ты, по-моему, задел это. Вот это. Не, точно все нормально. Обочина. Нет, я тебе говорю, все нормально. Бать, ну ты, по-моему, прям напился, прям пьяный. Машина? Нет, я держу ее, все нормально. Ну как нет? Там полиция была. Видимо так.
Так. И здесь, по-моему, прям. Посмотри у меня в телефоне, как проехать на лесопилку. Забор, погоди. Не-не-не, все нормально. Где твой телефон? Блин, а по-моему, блин, у меня выпал дома. В каком доме? Да, нам нужна лесопилка. Обочина, мы по обочине едем, вибрирует руль. Ну, господи. Стоп! Не, нормально, все нормально. Какой нормально? Стоп. Не дергай руль, пожалуйста. Да я пытаюсь держать его. Не надо, все под контролем. Дай руль, да, я хотя бы подержу, поверну. Вот сейчас направо. Не, мы поворачиваем. Еще правее, еще. На этом чуть ты успокойся. Посмотри, какая классная винтовка сзади. Да какая винтовка? Я тебе говорю, все нормально. Да я боюсь, в аварию попадает. Отвези меня к маме. Нет, к маме мы сегодня не поедем. Ну, отвези меня домой. Это виброразметка. Врезался во что-то? Это виброразметка. Нет, там какие-то столбики были. Нет, это точно виброразметка. Это чтобы... Ты что, БДД не знаешь? Да... Нет! А. Ты тоже, походу, не знаешь. Как ты еще полит? Леш, ты как с отцом разговариваешь? А, да, мы в дерьме. А как? Сзади это мигалки. Отец лучше знает. Там мигалки сзади. Он просто хочет проехать мимо. Ты пропусти тогда, остановись. Я пропускаю. Здесь просто негде остановиться. Нет. Я бы с радостью, понимаешь, но нет такой возможности. Вот ты заехал туда, куда заезжать нельзя. Нет, все нормально. Ну все, мы почти дома. Ты... Папа. Нормально, мы не врезались, все хорошо. Мы врезались. Нет, все нормально. Я же вижу, что у меня фара светится, это точно. О, господи, вот так. Ты колесом в него врезался. Нет, нет, все точно нормально. Ну, пап, уже за нами едут, ну, уже. И вертолет. Уже много кто едет. Нет. Тормози. Все, тормози. А, дерьмо. Ну, тормози, тормози. Нет, ну, сегодня мы никуда не едем. Постреляем попозже. Вот именно, давай никуда не поедем. Просто это, становимся. Не надо ускоряться. Пап. Давит пол. Пап! Нет. Я тебя очень люблю. Льюис, я тебя очень люблю. Ты самое дорогое, что у меня есть. Я не могу оказаться в тюрьме. Помогите! Дай мне телефон. Какой телефон? Дай мне телефон, звони в 911. На... Набирай 911. Да, чёрт, на. Ты набрал? Да. Окей. Да. Это все из-за стрельбы. Или твоя мать позвонила? На меня все спихи. Да, это точно мать. Да, ты пьяный просто. Становись и все. Может, мой дом проехал. Нет. Мы едем в другой дом. Как я тебе говорил, мы поедем в другой штат. Там нет больше домов. Да зачем мне тут нравится? Служба спасения, штат Сан-Андре. Что у вас произошло? Алло. 911, я вас слушаю. Что у вас произошло? Это Нейтан Хамильтон. Полицейский департамент Лос-Антоса. Сержант в 2015 году. Отзовите юнитов. У меня ребенок в машине. Хорошо, мистер Хэмилтон, укажите, пожалуйста, где вы находитесь?
Мы едем западное побережье и на юг. Хорошо, я вас понял. С вами в машине находится ребенок? О, да, чертовски правильно. Это ваш сын? Да. Хорошо, мистер Хэмилтон, уведомляю вас о том, что ваши коллеги хотят... Я не буду останавливать чертову машину, я тебе сказал. Хорошо, я вас понял, ну, какие пожалуйста. У вас требования? Никаких, уберите их с моего заднего зеркала. Хорошо, мистер Хэмилтон, я отзываю юнитов. Скажите, пожалуйста, куда вы планируете проследовать далее? Я не знаю, что не надо. Может быть, в другой штат. Может быть, мы поедем в Арканзас. Тебе нравится Арканзас? Нет. Хорошо, мистер Хэмилтон, я прошу юнитов... К маме кончим. Альюс. В данный момент нет. Мистер Хэмилтон, я попрошу юнитов, чтобы они, скажем так, отсоединились от вашего... Тем не менее, я беспокоен за безопасность вашего ребенка. Разметку вот эту. Все не имеет никакого смысла. Я тут лишний, это точно. Мистер Хэмилтон, где вы лишний? Машина! Нормально, я веду. У Сары новый мужик. Куда ты? У тебя новый отец. Тебе дает денег на кроссовки, а? Мистер Хэмилтон, Мистер Хэмилтон, слушайте меня, пожалуйста. Я разговаривал с вашей женой, Сарой Хэмилтон. Она очень сильно беспокоится за вашу жизнь и вашу безопасность. Она разговаривает с самыми разными людьми постоянно. Может. Она же проститутка. Мистер Хэмилтон, тем не менее, ваша жена очень беспокоится за вашу... Проститутка. Вы ей нужны. Вы и ваш сын нужны вашей жене. Не надо это. Она меня бросила, когда мне было тяжело. Я вас понимаю. Не дала видеться с тобой. Льюис. Мистер Хэмилтон, меня слышите? Да, тут... Знак. Тебе страшно? Машина. Да, мне страшно. Останови машину. Хорошо. Мистер Хэмилтон, меня слышите? Уходи. Уходи. Хорошо. Не делай глупости. Черт. Ну, мы в дерьме. Мы точно, мать твою, в дерьме. Куда я еду, я даже не знаю. Господи. Жесть. Я не знаю, куда ехать. Хрен с ним, мы поедем куда-нибудь. Я же от них не уйду, мы это все прекрасно понимаем. И они не отзовут никого. Но я не хочу, чтобы Льюис пострадал. Я не хочу этого. О, Господи. Трубку я скинул. Ну, с диспетчером, поэтому... Все. О, это было близко. Мать же твою. Он не отстанет. Он точно не отстанет. Или... О, Господи, у меня еще и бензин заканчивается от говна. Они решили отозвать, что ли, все? Жесть. Вау, окей. Серьезно?
Нет, они будут ехать со мной. Это точно. И у меня кончается бензин. Прям очень быстро. Я не могу, у меня 2 галлона осталось буквально. Жесть. Ну все, короче, ничего не сделаешь. Или я не вижу просто юнитов рядом. Нахрен поем на проселочную куда-нибудь. На последних литрах. А, да, они точно меня видели. Сожду из машины. Ну ладно. Пьет водку. Все мы прекрасно знаем, что это все просто игра в кошки-мышки. В машине у меня никого нет. Они все это знают. Да, вон вертолет. Закуривает сигарету. Как только они поймут, что у меня в машине больше никого, я покойник. Лишь вопрос времени. Нет, с оружием они не увидят. У меня пистолет в бардачке, а винтовка сзади. Точно с вертолета точно не увидит. Из выхлопной трубы варят дым. Да, ее помяло нормально после того, как мы въехали в отбойник. Да, дело минут. После того, как они поймут то, что это действительно был мой сын, и я диспетчеру то же самое говорил. Это билет в один конец. Красивый вечер, а? Да, дело. Когда-то я был по ту сторону баррикады. Было и такое. Они там, я знаю. Стоят. Смотрят на меня. Вертолет на меня смотрит.
И каждый из них тоже смотрит на меня. Чего тянуть? Самое хреновое — это ожидание. Ожидание конца. Который 100% неизбежен. Что ты будешь с этим делать? Никогда не знаешь. Да, кажется, там байк-юнит проехал где-то сзади. И у них еще там периметр 100% есть на этом въезде и на том въезде. Это уже бесполезно. Если уезжать, то только в воду. Зачем, непонятно, они все равно найдут. Поэтому ждем. Да, и сирены слышно даже. Да, вон они. Ну, дела. Будем честны, как бы... С самого начала затея была такая себе. Я знал, что у нас не будет диалога, мы не сможем нормально поговорить. У нее есть как-то моего Гэри. Как? Я не помню. Льюис о нем говорил. Похоже, что я важная шишка. Обычно так долго по времени занимает приезд броневика. 100%. Напишем, что машина заглохла. Да, много чести, как говорится. Много чести. Давайте наберем 9-1 на этот момент. Попробуем набрать. Тенья, штатс надо, что у вас произошло? Это ж новый я. Мистер Хэмилтон, это вы? Да, черт возьми, это я. Я предлагаю не откладывать неминуемое. Сопротивляться я не буду. Мистер Хэмилтон, что вы имеете в виду? Я же знаю, что вы здесь. Я вертолет, что ли, не вижу, или я в полиции не работал. Я знаю, что у вас периметр там где-то за тем камнем, или тем камнем, или еще где-нибудь. Я знаю, что вы здесь, и... Не откладывайте. Давайте закончим это. Мистер Хэмилтон, вы хотите сдаться полиции, верно вас? Да. Хорошо, уточните, пожалуйста, у вас при себе имеется оружие? Да. Я вас понял, вы сейчас находитесь в автомобиле или вне него? В машине, без бензина. Хорошо, я вас понял. Сейчас я направлю к вам офицера полиции. Он будет давать вам конкретные указания, конкретные действия. Мы в курсе о том, что у вас имеется оружие. Mm-hmm. Я попрошу вас его, да, во время того, как офицер будет с вами взаимодействовать, ни в коем случае не... Пусть оно находится там, где оно сейчас находится. Если мы говорим про автомобиль, пусть оно остается там. Хорошо. Окей. Отлично, буквально минутку ждите, оставайтесь на линии, сейчас я свяжусь с офицерами и уточню информацию по вам. Да-да. Бросает трубку. Чертам собачьим. Ду выкидывает телефон из окна на обочину. Полезно.
Холодно становится просто. Чертовски холодно. Жду, достает последнюю сигарету. Так, нет, это я не хочу, чтобы у меня было в руках. Оружие. Жду, человек. Ну, вон они едут. Ну, все ясно. Без слов что-то вообще прям. Вообще без слов. Жесть. Просто жесть. Вот так вот, ребята. Да. Окей, друзья. Думаю, что на этом моменте я закончу очередной эпизод Юди Ролплей. Что-то я прям сам расчувствовался, прям самого персонажа очень прочувствовал. Надеюсь, что вам понравилось. Так глубоко как-то получилось, на самом деле, в плане того, что это чертовски реально. Вот. Надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Вот. Если вы хотите стать частью нашего замечательнейшего ролплей-сообщества, то первая ссылка в описании. europa.life, регистрируйтесь, подайте заявку, играйте вместе с нами. Вот, сейчас на меня наденут наручники, обыщут машину и все дела, поднимут мою историю. И да, в общем, да, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Как говорится, скоро увидимся в следующем эпизоде Юди. Надеюсь, что понравилось, который раз я это говорю, да, 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 я просто весь в мыслях про эту сцену, на самом деле. И да, самое главное, не болейте, и пока-пока.